интерьера была напечатана реклама венского первоклассного отеля «Бристоль». Лифт, электрическое освещение при продолжительном пребывании, скидки, рестораны, изысканные французская и венская кухни. Никто тогда и подумать не мог, что в Варшаве появится такой же первоклассный, как и венский отель «Бристоль». Никто, за исключением Игнатия Яна Подорецкого, известного музыканта, а в будущем премьер-министра Польши. В этот день компания, основанная Подорецкими партнерами, купила поместье Тарнов на практическом месте, где в будущем должен был появиться отель. Уже более чем 30 лет гостей у входа в Бристоль встречает Михаил Старчук, который любезно провел для нас экскурсии по этому кругу. Что там находится в двери одного из наших лучших апартаментов, апартаментов 17 Яна Подорецкого.
2012 году, когда Марина Складовская Кирилл получила Нобелевскую премию, именно здесь состоялся прием девушек. В ходе торжественных мероприятий и выступлений Мария Складовская Кирилл тихонечко сидела в углу и что-то записывала в свой блокнот, как будто ее не особо интересовало, что происходило вокруг. Позже оказалось, что она решала какие-то очередные уравнения, что, по всей видимости, интересовало ее куда больше, чем происходящее вокруг. В этом же зале, в 1923 году, Лиза Крусовский объявила о своем уходе из политики. Сейчас здесь происходит важная встреча, в том числе.